Сегодня в Нарьян-Маре состоялось торжественное закрытие регионального чемпионата WorldSkills. На протяжении 5 дней 75 участников чемпионата демонстрировали свои профессиональные навыки в 8 компетенциях. Сантехника и отопление, лабораторно-химический анализ, социальная работа, поварское дело, предпринимательство, ветеринария, электромонтаж, а также физическая культура, спорт и фитнес. За прохождением испытаний следили 85 экспертов из Нарьян-Мара и других регионов России. Из рук председателя собрания депутатов Ненецкого округа медали диплом за первое место в компетенции электромонтаж получает Владислав Таратин. Студент третьего курса Ненецкого профессионального училища выбрал свою профессию, потому что уверен, в современном мире это очень перспективное направление. В этот раз, получается, я участвую второй год. В том году я тоже участвовал. Отбирали нас, тех, кто учится хорошо. Да, второе место. Сертифицированный эксперт движения WorldSkills Russia из города Ростов-на-Дону бывал на чемпионатах во многих регионах, но признается, что в Ненецком округе уровень подготовки особенно высок. Уровень подготовки хороший, площадка чемпионатная очень достойная. То есть все оборудование соответствует инфраструктурному листу, и площадка по сравнению с многими местами, где я находился, очень достойная. Главными экспертами чемпионата преимущественно стали работодатели из Ненецкого округа, которые на деле могли увидеть своих потенциальных сотрудников. Несколько дней участники соревнований демонстрировали свои знания и умения, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня. WorldSkills – это как раз то движение, которое учит вас каждый день становиться лучше и каждый день доказывать, что вы можете быть самыми передовыми, самыми востребованными в этой профессии. А на самом деле востребованными в завтрашней жизни или уже в том будущем, которое уже наступило, будут только те, кто готов каждый день саморазвиваться, каждый день учиться, каждый день становиться лучше. Победители регионального чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы», которые пройдут в апреле 2020 года. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».